Подводный мир Марины Ситала и Юрия Свирского. В городском фотоклубе открылась выставка работ, сделанных глубоко под водой. С экспозицией знакомилась наша съемочная группа. Марина погружается в подводный мир уже больше 10 лет, но снимать то, что увидела, решила примерно 5 лет назад. Эти фотографии сделаны по всему миру. Египет, Таиланд, Мальдивы, Мексика, Мозамбик и Южная Африка, Филиппины и Индонезия. Приходилось проникать в трюмы затонувших кораблей, видеть тени погибших моряков и обитателей подводного мира – акул, скатов и мурен. Для меня там все необычно. Поведение акул необычное. Макрообъекты необычные, цвета, сочетание цветов необычные. Ну, скажем, на Земле таких нет. За техническую часть подводных путешествий отвечает муж Марины, Юрий. Его в акваланге можно увидеть на многих снимках. Ну, вы не поверите. Только мы, когда опускаем лицо под поверхность воды, мы забываем, как нас зовут. Там происходит экшен, и мы получаем такое количество эмоций от увиденного, информации, от того, что от живности, которая под водой, что потом, ну, в первый день, если это серия погружений, в первый день уснуть очень тяжело от перегрузки этими эмоциями. Для фотографии используют бокс для подводных съемок и свет. Без него на глубине настоящие цвета вряд ли увидеть. Фотокамера – это уже, так сказать, к ней приросшая частица всего. И вот она создала вот эту выставку необыкновенного мира, действительно, природы. Здесь все. И живые существа, необыкновенные чудовища рыбы, красавицы рыбы, редкие такие рыбы. Все это ее, Юрий общается с ними, она фотографирует. На самом деле на Земле еще много мест для погружения, уверенно автор. Признается, хотелось бы еще поплавать с китами, которых раньше приходилось только слышать и видеть на поверхности. Так что впереди еще много неизведанного.